В матче 5-го тура Лиги чемпионов Барселона в Голландии обыграла ПСВ со счетом 2-1. Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 61-й минуте Месси перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Дембеля и, собрав на себя сразу троих защитников, без замаха пробил в ближний угол 0-1. Спустя 9 минут испанцы удвоили преимущество. Месси навесил со штрафного в район точки, откуда Пике ногой перевели мяч в сетку 0-2. На 83-й минуте хозяева отыграли один мяч, Гутьеррес обыгрался на левом фланге Стасинде. Тот навесил на центр штрафной, где Люк де Йонг головой кивнул в ворота 1-2. Таким образом, Барселона лидирует в группе с 13 очками, у ПСВ 1 очко.